Всем привет! Десерт! Он же ужин на десерт. Сырники, сметана, сгущенка, арахисовая паста. Еще есть банан. Два банана порезал в прикуску с сырниками. Блин, вкусно. С чем бы попробовать? Давай со сметаной. Можно вот так вот бананчик. Можно сгущеночки сюда вот. Немножко арахисовой пасты. О, куда ты едешь, сука? О, и так вот сверху. И вот что получилось. Вот такая вот вкуснятина. Запиваю сегодня водичкой, обычной водичкой, водичкой из-под родника. Не, что-то так неудобно. Вот так вот надо макать сметану. Интересно, с чем вкуснее? Со сметаной или со сгущенкой? Со сметаной супер. Ну-ка. Попробуем со сгущенкой. Со сгущенкой вкуснее. Ну, потому что она слаще. С арахисовой пастой. Ее не намажешь. С арахисовой пастой повыразительнее будет. Кстати, бананы со сгущенкой. Просто топ. Супер микс, лютый микс, лютый замес. Кто хочет поддержать мой канал, ссылочки будут в описании. Заранее говорю спасибо за поддержку. Ну что, поддержка в наше время очень важна, особенно финансовая.
сырников мало. Очень мало обычно, целая тарелка. А тут всего лишь. Восемь штук было. А, еще ж паста есть. Еще есть паста арахисовая. Вот она. Ну и вот так. Это просто еще бананчик. Огонь просто. Паста арахисовая уже заканчивается. Да все, в принципе, заканчивается. И сгущенка. И сгущенка тоже. Ну-ка, бананы со сметаной. Супер. Ну, это сытно. Я скажу, друзья. Прям очень сытно. Пасты чуть-чуть осталось. Доедаем бананчики. Сгущенки тоже на донышко. Это ж просто улет. Супер. Обязательно попробуйте бананы со сгущенкой. И с арахисовой пастой тоже. Лучше, конечно, брать зеленые бананы. Они не такие сладкие. Со сгущенкой вообще. Супер.
принципе, арахисовая паста тут осталась. Совсем. Совсем чуть-чуть. Я думаю, можно доесть. Она не такая сладкая. Очень вязкая. Я попробовал арахисовую пасту где-то года 3 назад, наверное. До этого вообще ее не ел. И она сразу понравилась. Шлифанем чуть-чуть. Тут сгущенки-то тоже осталось. Не, сгущенку уже не буду. Сладкая. Приторно. Такой вот десерт был просто на высоте. Ну, я бы еще бы сырников бы съел. Штучек 10 бы. Да, запросто, в легкую. Ну, сколько было, тоже неплохо. В общем, все вкусно и сладко.